Добрый день. Наверное, если говорить о результате, наверное, нам есть о чем жалеть, потому что на последней секунде пропустили мяч. Но если говорить в общем о игре, то получилась очень боевая игра, где из-за качества поля было много единоборств. Ребята в этих единоборствах не проиграли. Команду мне упрекнуть не в чем. Была в конце индивидуальная ошибка молодого парня, который играет всего лишь вторую игру в жизни. Так бывает в футболе. Только так он научится играть в футбол, если будет смелым. Он играл сегодня всю игру хорошо, но в конце так получилось, попал мяч в руку. Мы получили пенальти на 93-й минуте. Обидно проигрывать, но опять повторюсь, ребята, упрекнуть не в чем. Желание, самоотдача была на уровне. Ну уже, как сказал мой коллега, было много борьбы сегодня, меньше футбола, все повлияло на нашу игру, я думаю, и погода сегодня, дождь был, и ветер, и это сказалось и на игре самой, потому что первый тайм был больше за Зимбру, второй тайм мы уже с ветром, то есть поменяли, и Зимбру повело в счете, как бы играл от обороны, нам было легче уже с ветром. И, ну, опять-таки, зрелищности мало, хотя футбольной, но борьба была, и желание, и ребят, я тоже никому не могу дать упреков, сейчас по воле календаря у нас 3 недели пауза. Вот, будем готовиться уже к остальным играм и стараться как можно больше набрать очков. Мы первый год в высшей лиге, мы набираемся опыта и потихоньку растем. Верили до последнего момента, что удастся сравнять счет? Я всегда до последней минуты верю в свою команду. Ребята показали характер. Было сложно, тяжело, но они до конца не опускали руки и пытались что-то сделать уже прямолинейными атаками, скажем, на прямыми подачами, штрафную. Ну, по воле случая, опять-таки, парень сам не ожидал, мяч вылетел из толпы и попал в руку. Это не, скажем, даже не вина защитника, но это игра такая, футбол.